И снова всем привет, уважаемые друзья, с вами Арнорка! И Шимарка! И добро пожаловать на крафтинг ножа в Counter-Strike Global Offensive. На самом деле, дорогие друзья, нож Counter-Strike Global Offensive скрафтить нельзя, так же, как и нельзя сделать контракты из этих самых ножиков. Но, тем не менее, сегодня, друзья, мы будем делать это по-другому. Мы будем на ставках пытаться ограбить магазин Skinarium.com, как мы делали это уже на прошлом выпуске, соответственно, просто выиграв этот самый нож. Но почему это крафт ножа? Да потому что я сейчас буду вливать скины на сайт, для того, чтобы поиграть. Оплачиваю, по идее, я скинами, и можно сказать, что я ввожу их в крафтецкие, дорогие друзья, да? Родная, все просто? Да, типа ты вымениваешь скины на что-то, а что же это может быть? Может быть нож? Но это не может быть нож, на что-то, а мы конкретно с тобой нацелены на нож. Ну, это ты конкретно нацелен на нож, но как бы, а вдруг ты не натусуешь на нож? А вдруг я не натусую на нож? Да. Интересный, замечательный факт, говорит Арношка. Арношка, маленькая рожка. Что? Какая рожка? Ну, не знаю. Рожка. На-най-най. На-най-най. Черт подери. Ладно. Давайте, ребята, концентрироваться. На самом деле, сейчас мне нужно будет принять этот самый трейд. Точнее, подтвердить этот самый обмен в стимчике и, соответственно, получать от этого удовольствие. Либо, нет, от этого мы удовольствие не получим, мы получим удовольствие как раз от крафтинга самого ножа, дорогие друзья. От крафтинга это громко сказано. Короче, у нас будет сейчас 10 тысяч на балансе, и твоя задача мне его приумножить. Как обычно. Ну, то есть ты как бы делаешь всю грязь, а я лишь это снимаю. То есть у нас такая, да, чуть-чуть искаженная версия Искаженная версия семейных интриг, дорогие друзья. Поехали, значит, занимаем вот здесь, вот выбирай, что там, сколько мы будем ставить. Чуть-чуть на зелень, 200. Чуть-чуть на... я уже 300 поставил, ладно. А еще не поставил, ладно. Почему 200? Не знаю, 200. Так, ты ладно, хорошо, ты не ставишь, друзья. ничего не ставишь. Потому что ставки нельзя принимать уже. А поэтому я ничего и не ставлю. Так, здесь мы тоже поставим 200, друзья, и, соответственно, сейчас будем... Уже я соточку проиграл нашу благополучно, поэтому давайте двигаться дальше, друзья. Давайте смотреть, что из этого получится. Ты крайний вонючка. Победил, ребята. Ой, я только ребята. Сейчас поняла, что это волк. Так, здесь мы выиграли, заяц-волк. Так, подожди-ка, не-не-не-не-не-не-не. Заяц-волк. Заяц-волк. Так, вот так вот сделаем. 200 ставим сюда, и куда дальше мы идем? А дальше я тебе скажу потом. Нет, ты мне скажи сейчас. Так, вносим сюда, делаем вот так, вот рисуем писюнчик. Писюнчик важно нарисовать. Почему ты такие короткие письки рисуешь? Вот лучше хорошо бы ты его в длину пошла. Нарисовал. Вот хорошо пошла игра. В длину писюнчик нарисовал? Ну, да. Зачем писюнчик в длину рисовать? Потому что он так у тебя стоячий, короткий писик. А, я понял, о чем ты. Я даже знаю, как это здесь Фиолку реализовать. Фиолку ставь. Фиолку? Ты что тут прям в последний момент делаешь? Да это? Тут такая спорная ситуация. А, какая спорная, наверное, ситуация? Черная. Нормально сейчас будет фиолочка, смотри, либо зелень. Фиолочка, либо зелень. Нет, блядь. Черная. А раньше тебе на черный часто везло, кстати говоря. Ну, если бы я сейчас черное поставила, мне бы то... Я думала, ну, давай, давай, недели. Там я тоже проигрываю внизу. Крупные ставки, ребята, я, к сожалению, проигрываю. Ставлю здесь 400. Кто-то будет хотеть отжать мои поинты, ребята. Ай-яй-яй, вот такой вот писюн будет у нас. Ай, кто-то занял мне! Письку разорвали! Письку разорвали, черт подери! Куда, быстрее говори. Да подожди, рано. Ох, подожди, рано. Блин, вот я тоже хотела на фиолку поставить. На черное ставь. Давай, опа. Давайте на черное, друзья. Мне главное... Оба! Хорошо! Кончик прямо. Прямо шишечка, ребята, выиграла. Прямо шишечка выиграла. 400, 200, 220. О, нет, и там я тоже проигрываю. А, да, можно на черное поставить. Чё, блин-то? Я просто хотела на фиолку в последний момент передумала. Теперь писька рисуется в другую сторону, дорогие друзья. Вот таким вот образом. А почему ты письку не до конца делаешь? То есть у нее есть потенциал. Зачем мне много слотов-то занимать? Нет, у нее есть потенциал у писи. Давай, на зелень чуть-чуть, как обычно. Давай. И вот так вот. Вот так вот, хорошо, ребята, пошло. Хорошо, вкусненько идет. А там прям писю-писю получается. Та-та-та-ташечки. Так, хорошо, там я один стою на ставочках, ребята. Ой, мы идем с тобой в дикий минус. Ой, плохо. О, на фиолку ставь. На фиолку ставим. Здесь мы теперь вырисовываем покороче писюночек. Не, малыш. Не, малыш. Блин, 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 блин. Блин, да что с тобой не так-то? Почему ты проигрываешь сегодня? Я что, тебя, блядь, зря на выпуск взял? Я сейчас заплачу. Ты постоянно должна быть победительницей. Охренел, блин, ты сам проигрываешь. Понимаешь, ты моя женщина должна побеждать. Ну, я тебя и побеждаю всегда. Нет, меня не надо побеждать, нет, ну, конечно, смотри, где и как. Но, кстати, дорогие друзья, к тебе песосов.
Мы вот с вами проверяли размер песоса на, соответственно, кейсах, но ни разу не проверяли размер песосов на ставке, ребята. Если поставить лайк, проверьте, пожалуйста, растет ли у вас песос. Фиолку. Это очень важно. Так, фиолочка. Фиолочка пошла у нас. Отлично. Тут я мелкие такие ставки. А, похуй, давай играть. Давайте на косарь. Ой-ой-ой, мы уже половину про... Про имбали благо... Куда бы ты ни ставила, все у тебя проигрывает. Да, мы увеличиваем сейчас... ставку. Рискуем, что делать? А ты поставь на зелень. Рискуем, чуть-чуть. Рискуем, не будет зелени. Да поставь на зелень чуть-чуть. Ладно, давай сделаем это. Рискуем, ребята. И ставки мы здесь побеждаем. Да, будем рисковать. А что делать-то? Мы сейчас идем в большие минусы, мы не можем отыграться с тобой. Да. Мы не можем никоим образом с тобой подняться. Все. Как бы, понимаешь, в этом вся проблема у нас. Оба, на 1000 кто-то с нами играет постоянно. На фиолку? Да. Давай, хорошо. Здесь я 200 внесу. Давайте проверим, друзья, что из этого получится. Здесь на соточке. Давайте, друзья, блин, рулетка если сейчас крутится. Опять черная выходит, это рулетка жесть вверх. Какая-то, блин! Реально, что за хуйня? У нас вообще сегодня не везение. Ты посмотри, сколько черных подряд. 6. Это просто пиздец. 6 черных подряд. Ребята, это нереально. Вот это вот то, что вы видите. Нихуя себе, 10 тысяч. У нас полтора касса просто осталось. 10 тысяч, подожди! 10 тысяч, подожди, мои дожди! Подожди, мои... 20 тысяч! 20... Да ну нахуй! Ты на зелень чуть-чуть да поставь. Да ну нахуй! Поставь чуть-чуть на зелень. На сейчас вот с этим буду биться. 1600 про... Ты что? 30. Он дурак! 30 тысяч! Да ну он, скорее всего, выиграет. Это самая крупная ставка, которую я когда-либо видел. Да все уже, блин, куда ты ставишь? Подожди. Он, скорее всего, выиграет, ребята. Ну, конечно, это как бы... А побьемся с ним? У меня 5%, ребята. 93,2 у человека процентов. А это просто пиздец. А кто-то на 0,03. Это просто 42... О, прикинь, господи. Выиграет на 0,03. Такое тоже возможно. Господи, это просто не, дичь. Ну это... Это полный пиздец, шуморик, дорогие шуморик, друзья. Шуморик! 1% выиграл, лол! Да ну нахуй! Что с этим? Прошу, я не слишком громко. Ты был рядом, ты был очень близко. Что там в чате? А где чат? Где чат, бля? Лол! Ахахахаха, бывает, лол! Да уж, да уж, ребята. Охуеть, просто. А у нас с тобой ничего не осталось. Так, поставь на зелень чуть-чуть. А у нас вообще ничего нет. А? У нас вообще ничего нет. У нас все, у нас 500. Поставь. Давай, поднимайся. Давай, поднимай, давай. 50 на зелень. А? 50 на зелень. 50 на зелень. Такие бомжатские ставки пошли уже. Такие 50 на зелень. Ну давай, и 500 последние. Давай. На фиолку. Давай, родная. Последние давай. Бабки проиграем, последние сейчас бабки. Пойдем. Ой-о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 й. Что же это творится, дорогие друзья? Да, хоть. Давай попробуем реализовать что-нибудь. Давай. Давай, 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 давай. Давай снова 50 на 7. Давай, давай, родная, давай. Мы, видишь, все меняется. И снова 500, давай. И снова 500, куда? Давай. Жди. Вся надежда дадаст. Вся надежда дадаст с тобой. Дадаст, дадаст надежда. Ну, блин, ты был близок, кстати говоря, очень в рулетке. Я очень был близок. Ребята, лайк за то, что я старался побиться последними деньгами. Это было великолепно. На самом деле, мы реально хотели... Я не знаю, у нас, на скорее всего, ставь, уже на черную. Не получится с тобой обогатиться, родная моя, но... А вдруг? Но, тем не менее, мы очень сильно с тобой старались. Мы очень сильно с тобой старались, и ты проиграла последние деньги, ладно, мы... Сейчас посмотрим, ты, я сейчас ставки... 6 тысяч на ставку. Он не... Его не остановить, нахуй! Давай. У меня будет шанс... Давай. У меня будет шанс, ребята. 9 секунд. У меня еще будет шанс выдрать его маленькую жопку. Ребята, великолепные игры. Но у меня нихуя сегодня не получается. У нас. У нас такой подчеркнул. У нас столько черных подряд я вообще не видел, на самом деле. Это вообще жесть какая-то была. Ребята, ебать, вот это став, вот это дичь. Ну конечно, ты победил. Прикинь, рядом как на 0,3%. Откуда у этого пацана столько бабла там, ни хрена себе он валил. Что? У нас два алмазика. В смысле? А?
А ну и хуй с ним. Смотри, он сам с собой играет, блядь. Я не могу. Боже, под чем этот чел? Я не знаю, но он потратил все деньги своей мамы, наверное, либо я не знаю. Он потратил все бабки своего папика. Друзья, это был на самом деле веселый выпуск. Неплохо мы поиграли с Арноркой, но... Поэтому ты практически рвешь на себе волосы. В прошлый раз, блядь, мы ограбили сайт. В этот раз мы слили. И... Почему-то, если честно, я чувствовала, что сегодня мы сольем. Главное понять, что такие вещи — это череда поражений и побед. Главное тебе самому это понять. Не стоит расстраиваться. Я так понимаю, ты сейчас это для себя договоришь. Все, пошли нахер, блядь!